Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Татьяна и мой канал «У меня в садочке». Вот тут у меня хризантема. Я ее размножила черенками. По своей природе я не люблю лишних заморочек с растениями, потому что это здорово экономит силы для других растений, которым необходима моя помощь. Поэтому делаю, стараюсь все попроще, без всяких там выкрутасов. Как было дело с этой хризантемой? Вот уже когда грянули заморозки осенью прошлой, я верхушки посрезала у хризантемы. Она к тому моменту, это индийская хризантема, она не успела расцвести. Мне стало обидно, я побоялась, что она вымерзнет. И поэтому срезала вот эти макушки, принесла домой, в горшочек, наполненный покупной землей. Я посадила эти черенки, предварительно срезав нижние листья и макнув вот черенок в золу, чтобы предотвратить процесс гниения. Зола очень здорово в этих вопросах, кстати, помогает. Ну так вот, я накрыла череночки полиэтиленовым пакетиком, и где-то в течение месяца они у меня укоренились. Практически все. Я думаю, где-то 70% у меня укоренилось точно. По самым скромным подсчетам. Уже весной у меня вот один череночек обломился. Я буквально вот его тоже так же в золу макнула. Воткнула в землю, сверху одела рюмочку стеклянную. И он у меня прижился прямо вот на глазах. То есть никаких хитростей особых с размножением хризантем я вот не наблюдаю. Никаких буквально там препаратов каких-то специальных я не покупаю. Делаю вот все так просто, и у меня всегда легко они приживаются, эти череночки. Однажды я шла с дачи, там на дороге подобрала у одного участка, там мне понравилась хризантема. Красная такая, бордовая. Много моря там цветов на ней. Я вот захотела себе такую хризантему, и как раз гляжу, там люди посрезали, вот черенки уже тоже после морозов, побросали на дорогу. Я вот взяла там парочку череночков и точно так же посадила. И у меня появился микроскопический прям такой росток, я его в лупу даже разглядывала. Холила этот росточек, он слабый был. Но потом к весне немножечко окреп. Но все равно был очень слабенький. А после того, как я его высадила в сад, он прямо на глазах у меня разросся. И буквально за сезон выросла хорошая такая куртина. Она, конечно, в тот год не цвела у меня, но на следующий год очень пышно цвела. Сейчас там хороший такой куст хризантем у меня в саду бордовый. Ну вот, вот так вот. То есть с хризантемами все просто. Друзья, тоже пытайтесь, если что-то там подворачивается вам в случае, где-то взять черенок. Легко можно размножить данное растение. Растение превосходное, очень нарядное, красивое. Нарядное круглый сезон. Фактически листья у нее красивые, у хризантемы. И когда куст расцветает, тоже все очень красиво. То есть пытайтесь. Не пугайтесь, ничего сложного в этом вопросе нет. Это растение размножается очень просто. Ну, пока у меня все. С вами была Татьяна. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Буду много интересного рассказывать вам про сад и огород. Пока!